Друзья, хочу представить вашему вниманию очень любопытный способ для обуза VPN проектов. Я много всего перепробовал, пересмотрел, но этот, я уверен, заслуживает вашего внимания. Значит, первое. Прокси резидентские с безлимитным трафиком. Да-да-да, вы не ослышались. Резидентские прокси с безлимитным трафиком за 27 центов в месяц. Вы скажете, ну этого не бывает, это какой-то бред, ты несешь какую-то дичь. Но это правда. Более того, что если вам скажу, и еще есть безлимитный анти-детект браузер, который создает сколько угодно вашей душе, сколько вытянет ваш компьютер профилей, он бесплатен, шикарен, не пробивается абсолютно никакими детектами, все регается, все работает прекрасно, и все фармится, как не в себя. Ну, если я вас заинтриговал, то присаживайтесь поудобнее и смотрите, что вам будет показывать. На основе Browser Automation Studio я создал свой скриптик, который запускает множество профилей. Как мы видим, для теста запускаю соточку профилей. Вот, например, заходим в любой браузер, мы видим IP-шечку, нажимаем вот эти три точечки. Например, вот это вот название Grass. Бац, четвертая эпоха, фарм в процессе, Quality Network, соточка. Отлично. Давайте проверим какой-то еще проектик. Например, как поживает на этом профиле вот этот проектик. Смотрим. Бац, все, пошел в работу. Blessing Online. Чудесно, потрясающе. Давайте какой-то другой профиль. Например, 20-й профиль. Айпишечку мы увидели этого профиля. Так, дальше. Например. Ну вот, например. Это градиент. Вот, запустили градиентик. Quality good. Absolutely cool. Quality good, фармик идет. И так по всем профилям. Grass, градиент, bless, down. Все работает на резидентских, безлимитных проксях. Так. Это есть. А теперь самое интересное. Проб прокси. Есть такая монетка. Flux. Она запущена очень давно, еще в 2018 году. Но в чем прикол Flux? Это тоже VPN проект. Какой-то Джо из Техаса устанавливает не браузерное расширение, а какое-то программное обеспечение себе на компьютер. И это программное обеспечение делится частью ресурсами этого компьютера. Процессором, памятью, трафиком и IP-адресом. И за это Джону с Калифорнии или там Смиту капает Flux. Монетка. За то, что он дает в аренду свои ресурсы, свои локальные приватные ресурсы. Вы, как опытный пользователь VPN инфраструктуры, соберете, заходите на Flux и деплоите, поднимаете свой маленький сервер проксей. Вот 100 проксей продлить на месяц, 100 проксей будет $27 2 цента. Это безлимитные приватные прокси, в которых 100% фарма в грассе. В общем, я инфу тебе дал, бесплатный антидетект, супер дешевые резидентские прокси на Флаксе. Более детальная инфа ссылочками будет в моей телеге, но если ты хочешь решение под ключ, где я тебе скину свой сетап в антидетект браузере, более того, я скину тебе супер подробный тутор с видео отдельным, дополнительным, закрытым для всех, как настраивать и заменять прокси на Флаксе. Более того, я тебе скину чат, в котором будет техподдержка этого сетапа, что ты можешь задать вопрос, если что-то не получается, что-то глючит, я буду саппортить. Я отдельно продаю под ключик решение за каких-то несчастных 50 USDC. Возможно, это очень дешево, потому что только один антидетект на 100 профилей стоит 80 в месяц. Я уже молчу про какие-то скрипты, там по $200 на градиент или на Bless, которые еще при этом не работают, а мой сетап работает всегда и безотказно. Те, кто шарят в антидетект браузере, те, кто шарят в Флаксе чуть-чуть там, программирование в целом разберутся. Кто, кого нет времени разбираться, кому не впадло хорошим людям занести копеечку. И я вас, в общем, вот такое у меня предложение к вам деловое. Поэтому в целом, в любом случае, заходите в телегу и пишите свое мнение. Либо в комменты здесь в YouTube. Пока.